теперь уже атака позиционная, возможно, удастся. Штанга. И шайба в штангу уже попадает. Антил оставляет за спиной у Бакиша свою клюшку, чтобы тот не мог сделать обратную передачу. Вот Юса 1-0. Юса и Лукаш Радил, вполне возможно, тоже там где-то, может, и коснулся. А что касается Эмиль Юса, то здесь все неплохо. Третий матч подряд он набирает очки. Вот она еще одна. Это еще одна спартаковская в сегодняшнем матче. Мартин Бакош забивает. Вот третье звено у Спартака вышло. Ну, так, наконец, в полном составе, потому что там Бакош и Талалуев получали это время в большинстве. А чтобы так вот вместе собраться, что-то показать, у этой тройки времени было немного. Кулик. Йоэнсу. Спартак прям прижался. А, шайба попадает Регину. Турченек. И Спартак должен был третью сейчас забрасывать. Илья Талалуев. Чисто все. Бакаш. И вот он уже замечает Талалуева. А вот Илья классно шайбу обработал. И не менее классно освободился от Виктора Лева. Закончился у нас первый период. Йокерит Спартак. Грант был шайбой, потерял ее. Цыплаков. Цыплаков. 3-0. 3-0. Что делает Цыплаков? Во-первых, то, что сделал Спартак, и прекрасно подловил и понял, что нужно сделать против Йокерита. Право, тренерский штаб. Сейчас Шрёдер. Со вкусом. Красивая шайба. Да, Джордан Шрёдер тоже отметился. Сокращает разрыв в счете 1-3. 13-я его заброшенная шайба. Федоров. Зубарев. 4-1. 4-1. Спартак. Было поражение вне игры перед этим воров. Но забрасывал в прошлом году в меньшинстве, а в этом не клеится. Ну, в прошлом-то году это эхо чемпионата мира 2019-го. И Антилов вот так вот, выходя в меньшинстве, три шайбы забил. Свинанин. И Янсен. И тут сразу два спартаковца встречают. Ну, вот браво, момент. Браво, Гудочек. Спасает Спартак в очередной раз. Помнишь, в меньшинстве Антилов убегал в самом начале и сейчас тоже. Шрёдер два железнейших момента сегодня, как минимум, имел уже. Все, Спартак в полном составе. Норма. Норман с ребра бросает. Хорошую он передачу получил от Велиматиса Савинанина из-за ворот. О, Бакаш с острого угла. 4-1. Это все, приговор. Давно было понятно, что Спартак сегодня выиграет. The final score tonight, Jokerit 1, Spartak 4.